Да будет свет. Ребята, свет дали. Можно вставать. Спали все без задних ног. А что ж вы так устали? Что ж так все выдохлись, когда не было света? Печка-то работала. Только было немножко темно. Совсем все устали. Один ошибок работает. Все хочет этот колокольчик, пока все спят, разобрать. Арчи. Да, уж. Да уж. Чего я так бы устала, я не понимаю. Печка топилась. Надо отнести на кухню. А что за звук? Кто-то что-то шкрябает. Забрал у Арчика, да? Арчи занялся другим делом. К нему Пепита пришла. Что там интересно в бочке? Если туда засунуть морду и что-то сказать, то будет интересный голос. Да. Скажи что-нибудь, Пепита, там внутри. Кто-то куда-то уже залез. Давайте проверим, что там такое может быть. Что там спрятано? Марсель. Че ты туда полез? Папа игрушки попрятал попугаевские. Зачем туда полез? Выходи давай. На ключ не закрыли. Вот это и все. Арчи хочет поваляться. Что, тебе не с кем? Котов нету, Арчи? Вон Филя этот, рыся. Саша, они погрызли свою бочку. Ай-яй-яй. Вы зачем папа на бочку погрызли? А? Типа это не ты, да? Арчи. Совсем делать нечего попугаем. Скучно им, да? Папа мало игрушек дал, все попрятал.
Марсель, это я сейчас там закрою. А ну-ка, сейчас проверю. Как жизнь Марселя? Ага. Он скинул. Не закрывается. Сиди, сиди там уже, сиди. 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 Ну, так я что туда залез? А? Что ты там забыл? Шекель, ты уже проснулась? Ну, маленькая. Все спали. Сонное царство было. Ого, какой голос в бочке. А ну скажи еще раз что-то, пипита. Так, вы, пожалуйста, почку не грызите. Папа же не вам ее поставил, а для маленьких. Да, а вы здоровые. Сейчас скажу, он ее уберет. Так, иди сюда, подожди, Арчи, не надо играться, на тебе зайца твоего, на, бери зайца, играйся быстро с зайцем, то и зайца заберу сейчас, ничего не будет, никакой игрушки. Да. Барышня легла и просит, называется, да? Пипита, давай, он будет ложиться уже, пожалеет этого красавца. Да. Вперед на жалость. На тебе зайца, да. Все, пожалей, пожалей своего. Арчика балованного, самого балованного, самого. Самым длинным хвостом. Да, самый длинный у нее хвост. Кейти, ты так все хочешь. Этот... А где мышка? Уже достали оттуда, да? Конечно. Мышка исчезла. Иди, найди Грету и играйся.